люблю картофельные клёцки и салат из шпината. Ой, как интересно! А можно и я что-то приготовлю? Конечно, Лиза. Что ты хочешь приготовить? Ой, а я ничего не умею. Только пиццу умею. Но она не всегда у меня получается. Ну, это не беда. Знаешь, что самое главное в приготовлении всех-всех блюд? Что-что самое главное? Самое главное – это желание их приготовить. И оно у тебя уже есть. А интересные рецепты ты можешь узнать из моей поваренной книги. Ой, как здорово! Скорее начинаем готовить. Хорошо, давай начнем. Нажми на блюдо, которое хочешь приготовить. Сейчас мы приготовим смузи и фруктовое мороженое. Итак, за дело! Приступим. Сделаем малышу мороженое и смузи из киви, клубники и банана, положив в блендер киви. Добавим сахара. Разлей фруктовую смесь по стаканчикам. Положи в блендер клубнику. Это же не клубника. Измельчим фрукты. Включи блендер. Готово. Теперь разлей фруктовую смесь по стаканчикам. Положи в блендер бананы. Добавим сахара. Измельчим фрукты. Включи блендер. Готово. Теперь разлей фруктовую смесь по стаканчикам. Почти готово. Ставим стаканчики, трубочки и палочки. А теперь палочки. Отлично. Смузи уже готов. А чтобы у нас получилось мороженое, положи 3 стаканчика с палочками в холодильник. Установим таймер на 2 часа. Подождем. Время вышло. Доставай мороженое. Это самая вкусная и здоровая пища. Малыш будет очень рад. Что еще ты хочешь приготовить, Лиза? Выбирай. We'll be right back.